Со снегопадами справились. В Тюмени наградили самых ответственных дворников. Январские осадки лишили их новогодних каникул. На уборке города трудились более 1400 человек. Алексей Козлов посмотрел на то, как работают эти герои. Ее работа начинается раньше, чем у соседей. Двор нужно расчистить до того, как люди пойдут на работу. Ирина Назарова работает здесь уже 23 года. Говорит, работа может показаться неприятной и тяжелой, но ей нравится, потому что на свежем воздухе. А эта зима оказалась не только холодной, но и очень снежной. В новогодние каникулы чистить двор приходилось каждый день. Очень помог муж, одна бы не справилась. 31-го на первые дома были. Первое просто мусор сходили, собрали, тут подобрали, а со второго уже начали работать. Каждый день снег и снег с мужем вдвоем. Помогал он мне, чтобы быстрее убрали и шли домой отдыхать. Тяжело пришлось всем, кто занимался уборкой снега. Грузовики возили его на полигон круглосуточно. Иногда между сменами приходилось даже спать здесь. Круглосуточно возили очень весело. Работали мужики хорошо. Ну, то есть еле справлялись? Ну, работали, правда, и сутками приходилось работать. И так, вечеровали, и заменялись друг с другом. Ну, в основном работать приходилось. А в бульдозере спать не приходилось? Ну, в бульдозере не приходилось, в вагончике приходилось. Вы делаете абсолютно правильно, хорошую работу, благодарную работу, поэтому... Бог нас видит и все правильно оценит. Спасибо вам большое. И Михаила Бортвина, и Ирину Назарову, и еще 14 человек, которые отличились больше всех, накануне приняли в городской администрации. Вручили благодарности. Для коммунальщиков знак внимания был неожиданным. Ведь снег они убирают годами. В ближайшие дни осадков не ожидается. Поэтому сейчас главная задача дворников – избавить тротуары от наката и наледи. Алексей Козлов и Евгений Доценко. Тюменское время.